Первый календарь вышел в 62-м. С тех пор каждый год творческая группа выпускает книгу тиражом 200 экземпляров. Сборник юбилейных и памятных дат сразу попадает в открытый доступ на полки библиотек Челябинской области. Даты самые разные. Вот, например, в календаре на 2020 год включено 530 дат разных юбилеев, организаций, предприятий, выдающихся деятелей, персон и так далее. Но среди них можно, например, назвать 170 лет со дня создания пожарной охраны в Челябинске. Публикации именитых журналистов, которые в свое время прославили своими работами на телевидении, в газетах и интернет-изданиях, тоже можно найти в сборнике памятных дат. Это статьи о культуре, образовании, природе и искусстве Челябинской области.